Итак, всем привет, с вами Топгай, мы продолжаем играть в Der Bruder Grinch за Францию. Если вы вдруг впервые тут, обязательно подписывайтесь. Мы же попадаем на Пруссию, но уже это Северо-Германская конфедерация. Правда, недолго им осталось быть таковыми. Третью агрессивность мы ставим, здесь тоже мы ставим третью агрессивность. И будем занимать максимум их территорий. Это, конечно же, авиацию перебросить, но это я уже сделаю за кадром. Россия хочет отправить нам добровольцев. Да, давайте. Там Ленин в России пришел к власти. Я думаю, эта Россия, так сказать, не поддержит никакую Германию, надеюсь. И Германия, наверное, просто пойдет в этом конфликте неравном, я бы сказал. И, пожалуй, я отделю подводные лодки и можем начать потихоньку кошмарить, я думаю, Пруссию. А что сделаем вот так? Эти пока на чили. Посмотрим, насколько эффективно это будет работать, и по ощущениям должно быть эффективно, потому что они вроде импортируют много ресурсов. Но по другим ощущениям их уже заблочили. Скоро узнаем. С Италией, кстати, у нас тоже начинается война. Тоже мы будем кое-как сейчас справляться. Надо, я думаю, вот убрать с тренировок, чтобы случайно его итальянцы не перехватили. Австрия приглашает нас ко второму Венскому договору. Смотрите-ка. Обеспечить вечный мир для Европы. Звучит интересно. Верно, перед нами союзниками. Может, мы, кстати говоря, с ними останемся союзниками, посмотрим. Здесь же я вижу, что у Германии нет шансов, а еще и Италия тоже за нами успешно обходится. Пока что положение на фронте просто вообще настолько хорошо, что даже... Блин, а где сопротивление, как говорится? Кстати говоря, мы могли... Да, мы могли отказаться от договора этого заранее. Надо было побыстрее это было сделать. Но, видимо, я немножко пропустил момент. Но теперь можем... По поводу Сицилии в Италии разобраться. Кроме того, я думаю, мы, может, еще немножко тут потом с Австрией порешаем вещи. И... Нет, они отказались, да? Да. Ну, короче, мне кажется, что этот итальянец не такой этот. Какой-то и долговечный будет в итоге. В стране в Конго происходит. Так, как я и говорил, что-то тут у нас будет бомбить. Не так сильно приятно это для нас, конечно. У нас есть ли на это дивизии? Да, у нас есть, кстати говоря, свободные дивизии. Давайте-ка Вестфальскую армию отправим в Конго. Пускай там поразвлекаются. Кстати, тут есть горнострелки. Вообще, эту армию можно было бы в Италию отправить. Хотя здесь такие дивизии, что... Хотя вот эти, допустим, неплохие. Хотя бы, да, ими можно воевать. Но теми не особо хочется. Из-за того, что здесь два близких фронта, у нас на Австрию половина дивизию... Как обычно, убегает. А мы еще вот так вот можем сделать. Но нет, я, пожалуй, бы предпочел именно со своей территории атаковать. А здесь можно, не знаю, поддержку фронта им оказать, казуальную, пускай там справляются. Чтобы сильно не пропушились обратно. Здесь, да, мы просто пушим. И здесь, да, мы тоже просто пушим. В целом, все достаточно просто и казуально, я думаю. Я думаю, наш флот может уже выходить на патрули вот сюда. Конечно, не все еще доделалось, но уже очень близко к этому. А еще нам нужно построить много морских бомбардировщиков, так что давайте-ка сейчас этим позанимаемся плотненько. Ну и здесь наступление проходит, в общем-то, без каких-либо нюансов. Проблем ноль. Единственная проблема то, что мы тут немножко не взяли инициативу и не сами делили, что как будет делиться. Но я думаю, мы, если что, доделим от Австрии все, что нам нужно. Да, вот мы и Берлин взяли, так что да, мы точно, я думаю, должны себе получить большую часть всего. И так как здесь вроде как не сильно что-то интересное происходит, давайте вот сюда отправим... Да, давайте вот так вот, наверное, ставим, как занимаются рейдами. Тут еще Британия не сказала свое слово, но пока что они ничего не делают. Нас это устроит. Потом мы еще, так сказать, с ними поболтаем за разные вещи. Еще у нас тут должны были открыться новые фокусы, так что давайте-ка их и сделаем. А вот это давайте сделаем сначала. А потом и Пруссию. Потому что мне кажется, Пруссию мы добьем, а может и нет. Будет трое австралиц, и я так понимаю, мы либо договоримся с Австрией, либо не договоримся. И вообще, походу, мы договорились. Хотя я бы не хотел договариваться, честно говоря. Ну и встречаем тут немножко флот Италии. И с размещения, наверное... Нет, наверное, размещения хватает, кстати говоря. У них тут тоже не маленький флот, так что берем ночные бои на минус заметность. И в целом почти не должны справляться. Хотя у нас наши авианосцы пустые по большей части, так что да, немножко нам не хватает, я бы сказал, самолетов на этих самых авианосцах. Как я и говорил, нам нужно их достроить.
Это было небольшое упущение, но мы с ним разберемся. Кроме того, у нас два авианосца еще доделываются непосредственно. Армия в Конго прибыла, сейчас справимся с восстанием, судя по всему, без особых проблем. Мы планируем какие-то финальные наступательные действия. Судя по всему, Россия вообще туда войной не зайдет, хотя у нее есть цель войны против Австрии, они могут в теории зайти. Но, судя по всему, либо они не успели, либо уже и не будут заходить. Военную экономику мы, кстати говоря, так и не поставили. Фабрик так и не хватило, к сожалению. Ну, что поделать. Начали мы кампанию Манега. И давайте теперь Рейнская наступательная кампания тоже отправляется в ход. Готово решение. Второй австралиец у нас имеется. Тоже мы его возьмем, я думаю, чтобы бафчик был. После этого бафчика уже сможем перейти в непосредственное наступление. Ой, у нас тут много, смотрите-ка, операций имеется. Буря в пустыне еще и Нормандия. Ну, Нормандия, это, я думаю, попозже будет. Но вот с этими мы, да. Мы, по-моему, мы точно воспользуемся, я думаю. Ну, смотрите, как Греция килкады, либо да, либо нет. Я уверен, что это? Это наша территория? Нет, мы им не дадим никаких территорий. Но подготовили немножко наступление в Италии. Можем начать нажимать галочку и добивать ее здесь. И дождемся уже вот этого бафа. В принципе, можно уже... Да, можно уже нажимать вот эти кнопочки. Теперь у нас есть очень сильный баф против Германии. Мы теперь должны просто пронести очень быстренько. Здесь пока войска укреплены, поэтому есть у них еще преимущество, но мы с этим сейчас справимся. Заодно возьмемся вот этот бафчик, который тоже очень силен. А вот и готово. Равенский договор, кстати говоря, будто мы должны были по скриптам замириться, но... Да, у меня игра крашнулась, так что что-то сломалось. Вернулись мы к автосейву. Попробуем сейчас снова наступать. Надеюсь, в этот раз все сработает как надо. А еще здесь есть... здесь по музыке очень большие проблемы вообще в этом моде. Здесь удалены почти все паки станции. Но еще есть в скрытых паках. Вот это, кажется, играет, но это не оно, по ощущению. И вроде песенка неплохая, но ее здесь потом нельзя включить, по-моему. И в принципе, очень много чего удалено, что меня несколько раздражает. Но что уж поделать. Кстати, я чуть не забыл, здесь же есть вот эти кнопки. Надо было их нажимать вообще, кстати говоря. Да. Ну, уже ладно. Уже как получилось, как говорится. И что-то опять краш. Я подозреваю, что мне нужно нажать вот это. И нет. Ух, как же она победит этот краш. Что я вам могу сказать? Я уже некоторый раз перезапускаю, каждый раз сначала вылазит... так сказать, окно дележки, и только потом ивент. Я так понимаю, должно быть наоборот, тогда не будет и дележки. Я подозреваю, что нам остается лишь сделать вот это, иначе у нас, ну, просто игра на этом моменте закончится. И... Да, это не вызовет желаемый результат, значит, надо думать что-то еще. Давайте попробуем капнуть сначала Италию. Может, это как-то что-то изменит. Итак, Италия капнула успешно, без особых проблем. Проходит месяц, автосейв происходит. Можно теперь пытаться думать, что сделать. Кстати говоря, мы получили, да, примерно и хрена, так что Австрия реально очень несправедливо поделила территории. Там еще Румыния имеется, кстати говоря, но на нее примерно плевать. Ой, давайте без крашей, пожалуйста, сегодня. Ну и нет, у нас венский договор вылазит, но мы никак, по-моему, не можем выключить вот это. Может, конечно, консолью можно. И слушайте, если я тегаюсь на... Австрию, то вроде что-то происходит. Единственное, что теперь у меня на Франции все сломано, я чувствую, к чертям собачьим. Ну-ка. Да, значит, надо это сделать без скорости. А еще я временно выключу АИ и надеюсь, сейчас все будет нормально. Итак, вот оно. Я так даже в Кайзершизе не, так сказать, занимался такими вещами. Но мы прыгаем вот так. И оно в этот раз не проходит, господи. Потому что, видимо, АИ выключен, да. Нельзя выключать АИ. Какие же страдания мне причиняет этот мод сейчас, вы бы знали. Значит, попытка номер 10. И в этот раз я вроде бы поставил паузу. Теперь пробуем снова. И да, фишка замерилась. Теперь мы можем вернуться на Францию без краша, пожалуй. И вроде как мы теперь живы. И ничего не сломало, надеюсь. Кстати, постепенно возвращаем скорость, и игра живет. Единственный вопрос, я не знаю, что со скриптами теперь. Но если что, я просто поставлю фокус на чексы, как бы мы так или иначе проблемки-то решим. Не волнуйтесь за этот счет.
Только вопрос тут как что по ходу я бы хотел, да, вот это все убрать. И думать, как теперь нам воевать с Австрией. Что давайте-ка делаем теперь вот так, наверное. Что нам остается? И готовимся теперь к этому всему. Как будто мы поругались с австрийцами, я полагаю. Потому что их точно не устроит то, что мы забрали здесь вообще все. Но нас это устроит, так что вот нормально. Теперь мир с Румынией, но я тут, надеюсь, без... Да, без этого. С Россией Вильдкрик. Ну слушай, Россия и Австрия, вы там сами по себе уже, я думаю, как-то справитесь. Меня в это уже... Нет, не забирайте. Я думаю, вы там как-то разберетесь. А мы же теперь начинаем готовиться к войне с Австрией. Думаю, подстроить побольше танков, авиации. Скорее всего, сделать новые легкие танки. Я уже не буду улучшаться до средних, наверное. Мы слишком много легких настроили. Готовить фронты вот с этими странами. Очень плохо, что здесь нельзя фронт расширять. Несмотря на то, что это все марионетки. Почему-то на них фронт общий делать нельзя. Ну, наверное, потому что можно на марионетку ее хозяина. Как вот здесь в Баварии. Но на марионетку и на ту же марионетку этого же хозяина уже нельзя. Отвратительная рядом. Хойка. И отвергнутые немецкими дорогами. Воздушная атака и объем заводского производства. Очень приятный баф, я вам скажу. Если я вот этот бафчик не сделал, Мозель и правый берег, мне нужно 5 фабрик и 5 военных заводов. 5 фабрик и 5 военных заводов. У нас тут есть 5 фабрик и 5 военных заводов. Вот здесь вот не хватает... Подождите, это не то. Мозель. Здесь вот не хватает одного военного завода. Давайте это исправим. 4 военных завода мы построим и станет здесь 5-5. Наверное, и нормально. Мозель и правом береге еще. Правый берег это уже вне нашего контроля. И тут уже настроили... Возьми, а мы не можем это сломать. Да? Ну да, оно вылазит, но отменяет сразу. И что делать? Ответ ничего. Немножко не продумано, на мой взгляд. То, что надо делать в марионетке. Ну, допустим. И мы как-то можем нажать вот это. А нет, не можем все еще нажать. Окей. Вот это нажали. Окей. И выводим наш флот потренироваться, потому что да, нам нужно натренировать его, черт возьми. И нам нужно тренировать еще и желательно всю авиацию здесь, но это уже как получится, конечно. Главное, что у нас этот флот есть, и на авианосцах есть уже авиация. И смотрите, общий экономический спад, фазу, которую мы восстановили, мы можем задебафать Австрию. А, ну и нас тоже, да. Я бы сказал, нет, зачем нажать им ТНП, если из-за этого будет снижаться наш ТНП, верно? Зато мы можем уже с Австрией пойти разбираться. Я думаю, это мы и будем делать. Кстати говоря, стоит вернуть Вестфальскую армию, а то она просто горит вот там. Давайте-ка, да. Пожалуй, ее куда-нибудь вернем. У нас тут есть еще какие-то территории Греции. Но это не так интересно. Давайте куда это отправим? Вот сюда, наверное. Можем также обстрел 5 горнострелков сделать. Здесь, пожалуй, тогда 5 дивизий. Мы и переделываем в 5 горнострелковых дивизий. И, кстати говоря, Австрия как будто справляется с Россией. Но это пока мы не нанесли ей тузовой удар. С тузового удара вряд ли она с кем-то будет вообще справляться больше. Да и да, мы можем массировать Люксембург. Доделал ли он все свои фокусы промышленные? Не совсем. А если там уже 5 инфраструктуры? Нет. Ну давайте еще один он доделает. Кстати говоря, очень неплохая промышленность, я вам скажу. Кажется, как будто. Но почему-то здесь они нам дают промышленность, наверное. Да, потому что это интегрированная марионетка. Это, кстати говоря, переобъясняет, почему они не делают промышленность. Теперь разработчики решили, что Франции и так хватит промышленности. Вот так это у нас готово, и можем в теории сотрудничать с Россией, либо потом тоже еще и в Россию войти. И, конечно же, я думаю, вы знаете, куда пойдем мы. Вернее, Британия, кстати, у нас все еще не готова, а это, видимо, да, как будто должно быть следующим. 1,5 миллиона нужно армии, у нас почти что 1,5 миллиона и есть. Пока что можем что мы взять? Наверное, вот этот бафчик можно было бы взять, что здесь не такое сильное, хотя... Давайте возьмем вот так вот бронетанковые дивизии, наверное, это не так плохо. Ну что ж, я думаю, мы уже готовы нападать на Австрию. Наша французская империя будет идти на следующий шажок. Установление той самой империи Наполеона, которую думал самый первый Наполеон. Разберемся мы теперь с Австрией. Немцам нельзя доверять, мы это точно знаем. Все это, ребят, произойдет, я думаю, в следующей серии. Так что с вами был Добгай. Обязательно подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, Twitch, Discord не забывайте. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.